торгуешься? Хотя бы 9. Полностью закрытыми рукавами. И сейчас мы идем на стрит, в местный рыночек, чтобы купить мне 100% защиту от солнца, потому что у меня страшные ожоги. Ты обгорела жесть, да? Да, у меня все воспалено, просто все болит, я вот так вот хожу. Поэтому сейчас мы идем за спасительным кремом, надеюсь, он здесь будет. Тёмик захотел с нами, потому что он хочет себе спиннеры купить. В общем, здесь сейчас какое-то вмешательство на эти спиннеры. Какой-то бум на эти спиннеры, да пипец. Вот, он зацепился за нами, причем у него в номере есть. Вот, но ему мало, он хочет еще 3. Скоро в спиннере найдем что-то плохое и все, и сразу их перестанут выпускать. Кстати, пришли в самое крутое заведение, где делают самые лучшие кальяны. Здесь классные трубки, вот они, здесь самые крутые кальяны. Чтобы вы понимали, в отеле стоит кальян 100 евро, да? А, нет, 70 евро. 70 евро. А здесь 7. 7. Да. Вот, смотрите, какой кальян. А вот этих 3 кальяна можно таких? Сюзи, таких 3 закажем кальяна. 3 таких. Сини Анна. Сери, сери, сери. Сини Анна. Везде музычка, везде так классно. А мы идем еще. Класс! Кто любит цветы, ставьте лайки. Ну, как приятно, когда отдыхаешь в ухоженной территории, не только в отеле, но и за пределами отеля. То есть ходишь и видно сразу, что заботятся вот о том, как у них здесь все устроено, как красиво. Единственное, что машин слишком много, но я так понимаю, что это вот приезжие, да, кто отдохнуть в отель приехали. Ну ладно, наша цель сегодня это... Крем. Крем. Побегли на рыночек. Побегли. В общем, на данный момент это, короче, детская мечта. Вот сейчас он выбирает, бедный не знает, какой ему выбрать. Смотрите, давай. Выбирай. Вот это. Вот есть светящиеся. Тём, а ты ради спиннера готов 50 раз отжаться? Если спиннер покупаем 50 раз, готов отжаться? Да. Да? 3 раза по 50? Хорошо. Давай, снимайся. Не, не сейчас, не сейчас. Ладно, на пляже отожмёшься. Ну, давай, выбирай, какой спиннер ты хочешь. 7, 10. Это 2 доллара, вот получается. Давайте 9 долларов. Чего ты торгуешься? Хотя бы 9, я и так, знаете, мне приличие. Это даже не прилично не просить скидку. Вообще говорят, что продавцы даже не уважают тех покупателей, которые не торгуются. Пляски места? Ну, футбол, сериал. Пишите в комментариях, если это ваше. Спасибо. О, выторговала доллар. Выторговала доллар, да? Со мной выгодно по магазину ходить. Точно. Ну ты доволен, пацан? Класс. Пацанчик доволен? Да. А какой спиннер ты мне подаришь? Нет, не новый, вот этот. В общем, хожу по всему рынку, не могу найти крема, который мне нужен. Во-первых, мне нужно больше, чем 50 защиты, больше у них нет вообще. А то, что есть 50, то, знаете, молочко. Я хочу спрей, чтобы не было вот этого всего белого. Но если не найду, придется так же. Слушай, ребята, а вообще бывает вообще защита 100%? Бывает, я что-то не помню. Ну, моя девушка с тобой мазать. Да? Да. Пойдем найдем. Ой, смотри, кролики, да, Тём? О, Артём, привет, Артём. Это Артём там. Артём, привет. Артём. Смотри, а ну похоже, посмотри. Похоже на Артёма. Бедный в клетке сидит, скучно ему в клетке. Как штука 50, как молочко здесь. 50, да. Да. Мы находимся в этом ресторане, можно или дорадок, да? На самом деле выбор еще салата очень большой. В общем, мы пришли в рыбный ресторан, сейчас будем обедать, сейчас будем пробовать. Вот такое у нас меню. Заказали. Я заказала барабульку и еще какую-то неизвестную, как я ее знаю, как называется, но я ее пробовала, она мне очень понравилась. Есть еще меню, по меню можно заказать. Вот меню вот такого плана на планшетах. И тут все, что хочешь. Суп, закуски, салаты, рыбные блюда, детское меню, десерт. Ну что, заказываем? Да, я хочу еще турецкий чай. Очень вкусный. Интересно, там горы чая. Есть ананасовый натуральный, есть джинджер, чай натуральный. А есть
Я, видите, немножко приболевший, поэтому я начала. От ангины будешь причинять, да? Парни, видишь, добрые, все угощают, все. Все вкусно, все классно. А здесь вот всякие соусы гранатовые, есть местное вино, есть местные сладости. Все, вообще, все, что душе Они здесь, видишь, работают и не поправляются. Здесь идет, уважаемый, 12 видов трав. Здесь идет имбирь, корица, кардамон, гвоздика. Класс. Это вот у него все бельмо. А, вот это все бельмо. Эти все травы, ребята, они перемолоны, и получается вот такая вот ядерная смесь от простуды. Это вот идет чисто сушеный перемолотый. Попробуйте. Спасибо. Это гранат. Сушеный перемолотый гранат. В общем, Турция с собой, своими рынками славится вообще. Блин, ну ты хочешь что-то брать? Чай пить, да? Если эти приправочки вам для чего надо? Нам нужно выпить чай, да. У тебя еще есть приправы, допустим, если вы мясо готовите, шашлычки, это все отдельно для всего. Для мяса. Спроси ее, она готовит вообще? Готовлю. Ага. Да. Вообще мясо мужчина должен готовить. Точно. Ну это правильно. А кальян женщина должна делать тогда? Кальян легко сделать. Даша, для заварки. Ну положила, он заваривается. Можно же так положить, это тоже для чего-то. А здесь может сладости какая должна быть? Может. Увлекся домой, да? Всякие сушеные здесь штучки, цветочки какие-то. Скажите, а вот это для чего же? Да, вот для чай налили, да. Да, для закрытия. Для сладости, да? Это для сладости. Это так, чтобы не разлили, или что. А-а-а. Переносить можно было на таблицу. Да. Дай хоть один. Еще женщине вы чай попробуй. Давай чуть-чуть. Только половину. Там сахар-махар, да, есть? Нет, сахар-махар там нету. Там идет вместо сахара вот такое ростовое дерево. Замените сахар. А я не люблю сахар. Выжимка из карибского масла в кристаллах. Глазки прикрываем, делаем ингаляцию медленно. Ингаляцию просто. Глаза закрыть. Классно. Ой, это капли, это что? Это где оно вообще? Это прям чуть-чуть надо капнуть, делаешь? А пить потом можно? Дышать. Дайте малому, пусть дохнет. Полезно. Он сейчас разорется. Нет. Что ему дали? Чуть-чуть вот так слегка дайте. Понюхай. Ну понюхай. Да, морозец. Понюхай. Ну, мама нюхает, что ты не можешь, что ли? Понюхай. Я же сказал еще раз. Вот это что такое? Плейбой. Виагра. Виагра? Да, бабушки говорили. Бабушкинское счастье, да? Это эвкалипт. Да, видишь, 1 грамм. Вон он, видишь? Реально, знаете, такое ощущение, что прям это... Мясо. Он на развес продается, да? Я там оттенеси, ты жалко король. Я была бы на украбам. Сегодня мне завидовать изволь, ведь я само совершенство. Мила бабушка, сердце доверяй. Ведь собой не стесняться, но ее ноги я могу и разорвать. Все это бред, ведь можно жить в блеске, как пиратское сокровище сиять. Короче, набрали чаек, называется «Ртом и жопой». Да, на самом деле очень классные чаи набрали. Вот у меня вот такой вот есть, очень вкусный. От каждой. Короче, мы раньше, знаете, приезжали, сувениры всякие набирали, там всякие статуи с фалосом. Вот здесь в Турции любят всякие такие делать. Магнитики. А сейчас, после 30 лет, значит, что мы начали набирать? Чаечек. Это у нас с чем я забыла? С женьшенем, да, очень вкусно, кстати. Это чай с имбирем и эвкалипт. 12 миллилитров. Да, здесь 12 литров. Очень все вкусно, все уже выпила, у меня же пот бросила. А вот этот эвкалипт, он прям вот такую капелечку бросаешь в горячую воду и прям забивает тебе нос до мозга. Пот бросает, потому что там... Чай идет... горячий еще. Нет, гвоздика и корень мати-мачи. А с этого и жар бросает. Все, спасибо большое. Спасибо. Удачи, до свидания. Ну, в общем, мы скупились на $300. Купили только чаи и спиннеры. И крем еще. Как так получилось? То ли вот Серега говорит, нас развели. Вообще, на самом деле, нет, дорогие чаи просто идут помалу. А мы взяли и себе, и друзьям подарим. Поэтому вот у нас такие зато полезные сувениры. В общем, турецкий рынок тебе понравился, я так понимаю. Мне очень понравился этот чай, да, я прям кайфанула, честно говоря. Даже не ожидала. Вот сегодня вечером будешь пить. Да. Самое главное, взяла крем для защиты, но правда, как раз таки, все равно пришлось брать кулачко, потому что другого здесь нет. Так что, дорогие друзья, берите с собой в Турцию, да, обязательно. Да, защиту берите с собой.
Во-первых, больше 50 здесь, в принципе, нет почему-то. Хотя в других местах есть. Тём, скажи, а тебе здесь нравится кататься или нет? Нравится. А как ты катался? Ты раньше помнишь, как ты боялся воды вообще? Когда особенно на голову. А сейчас вообще не боишься? Не боишься уже играть? Нырять уже. А, нырять уже не боишься? А что тебе больше всего из этой горки нравится? Вот эти желтые оранжевые. А, оранжевая вот эта горка, да? Она тебе больше всего понравилась? Да, ну, а ты сегодня со мной пойдешь на большие горки? Да. Пойдешь, мужик, давай пять. Как эта рыбка называется, которая вот такая, которая вторая? Какой? Морской язык. А, морской язык. Морской язык. Я тоже не знала. Спасибо. Я ее уже пробовала, она мне понравилась. Еще вот эти штучки очень вкусненькие. Килька? Томатик. Это не килька же, я не знаю, кто это. Вы на вкус, что это? Маринованная рыба. Я забыла, как рыба называется. Это тюлька? Нет, это тюлька. Сейчас я узнаю. Мне вот это больше нравится. Вот это я обожаю. Но мне это запрещено. Я вместо мяса перешла на фасоль. Не знаю, надолго ли меня хватит, но стараюсь сейчас мясо не есть. Я вчера съела чуть-чуть баранину. А я не могу, к сожалению, перейти на фасоль. Да, тюльке не надо. Запрещено. Видите, я нравлюсь фасоль и рыбка. Такой у меня будет обед. Вот рыбку я тоже много не буду употреблять, потому что она очень соленая, соль, сами знаете, лучше вам кушать. Я стараюсь держать форму, стараюсь заниматься спортом. Не скажу, что я, знаете, фанат, что у меня весь день будет посвящен там правильному питанию, спорту. Нет, я могу. Я живу себе в удовольствии, но при этом я всегда помню о том, что то, как я выгляжу, то, что я помню, и служу перед своим внешним видом. То есть в купальнике, несмотря на то, что я не хожу в какие-то откровенные купальники, потому что я считаю, что это немножко правильно, потому что я мать. Хотя тоже иногда могу, что мне пахнет один и какой-нибудь. В общем, ждем главные блюда наши. В общем, принесли нашу барабульку жареную. И морской язык. Морской язык называется. Даша сейчас съест морской язык. И турецкий чай. Турецкий чай. Креветка, как мой палец. Вот мой палец, а вот креветка. Огромная. Тём, будешь такую креветку? Нет. Понял.